8 лет назад Николай Щетинин перестал ходить. Простое купание обернулось для молодого человека тяжелейшей травмой. Пошел купаться, нырнул, а в то место, куда я нырнул, оказалось слишком мелко. Там было мало воды, и я ударился головой о дно реки. То есть в результате этого у меня случился перелом шейных позвонков. С тех пор Николай передвигается на коляске. Врачи говорят, возможность встать на ноги есть. Очень многое зависит от того, как ты будешь реабилитироваться после травмы. Очень многое зависит от того, какие усилия ты будешь прилагать для того, чтобы восстановиться. Постоянно работать над собой и не сдаваться. Психологи утверждают, важно не впадать в депрессию, а наоборот, по возможности вести активную социальную жизнь. Ограниченные в здоровье особенные люди вовсе не ограничены в творчестве. Это решил доказать Николай Щетинин, став участником инклюзивного показа МОД. Я считаю, что принять участие в таком проекте – это возможность показать себя, что в нашем городе существуют люди с ограниченными возможностями, которые могут участвовать в подобных проектах, которые могут участвовать в других социальных проектах, могут как-то контактировать с другими людьми, как-то себя проявлять. В инклюзивном показе МОД примут участие не только тагильчане, но и жители Верхней Салды и поселка Свободный. Для каждого это шанс проявить себя. Организатор дефиле Кира Ухалова, хореограф и дизайнер. Сейчас идет репетиция показа. На подиуме модели представят новую коллекцию одежды трех дизайнеров. Коллекция называется «Отвернись». Предыстория, потому что люди иногда смотрят на людей с ограниченной возможностью здоровья очень высоко, поэтому людям не нравится это. Инклюзивный показ пройдет 25 ноября.